есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Прости нас всех, Господь, за малодушие, за словоблудие и ненависть прости. И в океан грехов не дай сорваться с суши нам, великой милостью умой отпусти. Прости нас всех, Господь, за лицемерие, за празднословие и суетность прости. Верни взорвавшимся ораторам доверие, позволь надежду на распутье обрести. Прости нам, Господи, то зло, что мы содеяли. Прости страдания и пролитую кровь, очисти души от грехов, что мы посеяли, верни нам веру во спасение, надежду на спасение и чистую бессмертную любовь. Любовь! Прости нас всех, Господь, за нетерпение, за скудоумие и мщение. Прости! Вложи в сердца и души ангельское пение. Не дай нам мимо слез роняющих пройти. Прости нас всех, Господь, за пресыщение, за сребролюбие и варварство. Прости, поведай трепетную тайну очищения. Не разрешай без покаяния уйти. Прости нам, Господи, то зло, что мы содеяли. Прости страдания и пролитую кровь. Очисти души от грехов, что мы посеяли. Верни нам веру во спасение, надежду на спасение и чистую бессмертную любовь. Прости нас всех, Господь, за поношение, за дерзновение и бешенство. Прости, ведь крест нести не так легко, как украшение. Любовь и веру просто так не обрести. Прости нас всех, Господь, за равнодушие, за суесловие и тление. Прости,
пусть океан грехом не станет грешной сушею. Прости нас, Господи, и в небо отпусти. Прости нам, Господи, то зло, что мы содеяли. Прости страдания и пролитую кровь. Очисти души от грехов, что мы посеяли. Верни нам веру во спасение, надежду на спасение и чистую бессмертную любовь. Здравствуйте, мои дорогие. С вами передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Дмитрий Шевченко. Здравствуйте, дорогие телезрители. Он к нам приехал из Белгородской области. Послушали мы песню твою, Дима. Я, можно сказать, специально не интересовался твоим творчеством. Хотя однажды я уже вот здесь, в Лавре, у Александра Невской, слышал твое выступление, одну песню, по-моему, там на рояле исполнял. Меня очень так поразила музыкальность, тембр голоса, пение, подача. В Белгородской области ты где живешь? Это что, село, поселок? Поселок. Поселок. Как ты там оказался? Я там родился. Там родился? То есть это твоя малая родина? Да, Белгородская область. И там корни, да, и там развиваешься. И... Ну да, собственно, там и нахожусь. И, ну и выезжаешь как-то? Езжу по фестивалям, выступаю, да, знакомлю людей со своим творчеством. Вот эта песня, которая прозвучала, «Молитва», она как бы особенная для меня песня получается, потому что я, ну как, написал ее, когда был какой-то переосмыслен взгляд на жизнь. В 2010 году я эту песню написал, и так получилось, что она мне принесла гран-при международного фестиваля в Воронеже, «Ковчег». Как бы дала мне, можно сказать, такой творческий толчок в хорошем смысле этого слова. И как бы она у меня на тот момент была, можно сказать, единственная духовная такая песня. И вот как бы с 2012 года я поехал по фестивалям, и вот все, никак не могу остановиться, езжу. Выступаю, вот 7 международных фестивалей проехал, и на каждом фестивале, ну, главная задача, конечно, познакомить людей со своим творчеством, но, конечно, и познакомиться с приятными, хорошими людьми, которые тоже делятся своим творчеством. Вообще, как бы, всегда интересно на таких фестивалях бывать. А вот истоки твоего творчества, таланта, как это все, как появилось, как ты себя ощутил, что ты что-то, что музыка в тебе звучит, что ты можешь что-то воспроизводить, голос, откуда это взялось? Ну, у меня, ну, конечно, от Бога это взялось. Как, почему? Потому что у меня этот по линии по моей, по отцовской и по материнской очень много было в семье музыкантов. Дед у меня был директором музыкальной школы. Два дядьки музыканты, отец был музыкантом, отец играл на всех духовых инструментах, мама танцевала в юности, ну, в общем, все так или иначе были связаны с музыкой. И я первый раз в 4 года оказался на сцене. Ну, сначала, естественно, я пел чужие песни, как, а вот несколько лет назад пришел к тому, что есть что сказать своего, mm-hmm.
творчества. То есть и... у тебя какой-то духовный опыт появился? Да, появился духовный опыт. Ну, как я на сегодняшний день, там больше 70 песен у меня написано. Угу. Конечно, духовных из них не так много. Но есть и баллады, и романсы, и какие-то песни, размышления философские. И да, просто когда приходишь к тому, что не хочется как бы петь чужую музыку, или, как говорят, плясать под чужую дудку, хочется что-то свое сказать, сказать какую-то, что ты думаешь об этой ситуации, или об этой проблеме, или вообще о жизни. И появляются таким образом песни. Ну, спой еще что-нибудь, вот, чтобы проиллюстрировало твои слова. Да, следующая песня называется «Возвратись поскорее, душа». Зила жгучий, полоумная метель, подходящий выпал случай, сорвалась душа с петель, полетела через зиму на бескрайние поля, на премьеру пантомимы ледяного хрусталя. Поманила яркой искрой отдаленная свеча, по вискам ударил выстрел, белый свет померк в очах. Поплелась душа по снегу, оставляя тонкий след. Заструилась томной негой, сбросив груз прошедших лет. Возвратись поскорее, душа, новое тело. Лишь один я прошу, разреши сделать шаг, чтобы песня моя до небес долетела. Возвратись поскорее, душа, не ищи себе новое тело. Лишь один я прошу, разреши сделать шаг, чтобы песня моя до небес долетела. Обезумевшая птица в грудь ударила крылом, перевернута страница, перечитан новый том, а душа, напившись ветра, бесконечность потекла по холодным струйкам спектра, под горячий душ тепла. Потускневший цвет лазури превратился в синь печаль. Распоясанная буря пронеслась в глухую даль, в царство трепетной природы, жизнь непознанную суть, где душа, глотнув свободы, обрела в бессмертие путь. Возвратись поскорее, душа, не ищи себе новое тело. Лишь один я прошу, разреши сделать шаг, чтобы песня моя до небес долетела. Возвратись поскорее, душа, ищи себе новое тело. Лишь один я прошу, разреши сделать шаг, чтобы песня моя до небес долетела. Thank you.
прости Господи. Это что, спасибо, личный опыт? Откуда взялась эта песня? Эта песня появилась, ну да, долгие раздумья были, особенно вот ночью хорошо работается, когда никто не мешает, ни собаки не гавкают, ни машины не ездят. Такой был опыт, ну, скажем так, была у меня однажды мысль такая, что душа, как бы вот ночью, когда человек засыпает, она покидает его тело, как бы отправляется на поиски, но хорошо, когда она утром возвращается на место. А потом, когда прочитал церковные книги, говорят, что у нас наша душа единственный раз живет и ни в какое другое тело как бы не должна переходить. Вот я и хотел. Но это писалось да, еще до того понял. Опыта. Да, я поэтому... хотел как раз задать вопрос, есть ли у тебя богословское образование? Вот именно навело мне... Нет, образования песня. Такого нет, но вот есть как бы хорошие друзья-священники, которые помогают... направляют на путь истинный и вдохновляют, и благословляют на поездки. Хорошо. Ты поешь где-то? Да, иногда пою в церковном хоре. Это самое. Ну, так постоянно сейчас не получается, просто когда зовут. Ну, бывает, выручаю людей. Mm-hmm. Просто там хоры в основном везде есть, свои небольшие. Но mm-hmm. бывает, когда люди куда-то уезжают, иногда приходится петь вместо хора. Одному, конечно, это совсем... Дедушка один подошел, говорит, вот здорово поете, но вот если бы у вас еще было человека 2-3, я говорю, тувинским горловым пением, к сожалению, не владею, чтобы петь одному за несколько голосов. Но лучше так, чем, как говорится, ну, конечно. Совсем без пения. Значит, там у тебя в твоем поселке все есть. Есть база, на которой можно вот творить, да, это студия, наверное, какая-то. Есть храм, в котором можно петь. Дом. Храмов даже два в поселке. Дом, работа. Дом, работа, да. У тебя как бы все сложилось, все, ну, ты так складываешь, что все как бы для души было, да? Что можно было бы все удобно делать, творчеством заниматься. Ну да, где родился, там и пригодился. Там и база есть, да, там и группа есть своя. И в детской школе искусства есть этот преподаватель хора и теоретических дисциплин. А образование-то все-таки образование есть? Образование хоровое, да, дирижерско-хоровое, консерваторское uh-huh. образование. Uh-huh. То есть училище и консерватория за плечами есть. Ну, на такой базе можно заниматься. Ну и как ты ощущаешь вот это все, свою жизнь? Ну, каким бы ты... Ну, каким образом ты это все определил? Вот как ты живешь? Ну, как служение, ну, или как? Состояние какое-то определенное. Ну, я стараюсь как бы это донести до людей какие-то мысли. И тем более, как отец Вадим, мой знакомый священник, сказал, нужно очень аккуратно со словом обращаться, потому что люди есть разные, могут воспринять совершенно по-другому это все, информацию. И как бы, ну, как говорят, первым было слово, да, поэтому нужно обязательно думать, что mm-hmm. ты несешь, и ну, стараюсь, чтобы ну, донести нет, до да, людей. Филологического образования нет, да? Ну, нет. А это поэзия твоя, да? Так, да, ты... стихи тоже все мои, стихи, mm-hmm. я, как говорю, пишу на свои только стихи, на чужие. Очень трудно пережить то, что хотел сказать поэт, то есть как бы прочувствовать, пропустить через душу, через сердце, потому что когда ты сам, это твой личный опыт, и тебе проще в этом смысле работать. Ну и, как говорится, легче работать, когда вот есть уже готовые стихи, то есть когда ты стихи придумал, потом на них появляется музыка. Когда наоборот появляется музыка, а потом стихи, вот это уже сложнее. Потому что не хочется менять вот эту музыкальную канву, не хочется менять какую-то красивую мелодию, а попробуй придумать туда стихи, подобрать, чтобы они вошли в этот ритм. Да, такие задачи. Ну, ты уж секреты открываешь своего творчества. Ну, кухня, да, какая-то такая... Вот. А передачу нашу смотришь, «Лаврские встречи»? Ну, смотрю, конечно. Да, регулярно и так, время от времени.
Ну, не могу сказать, что прям все время, но периодически просматриваю. Ну так нравится. Интересные люди то, бывают. То, что вот это вообще передача существует, это хорошо? Ну, конечно, хорошо. Разве нет? Это творческая площадка для людей, которых сейчас принято называть не формат, наверное, да, потому что, хотя я не знаю, к сожалению, красивые мелодии, красивые гармонии и тем более хорошие голоса сейчас становятся уже большой редкостью. Ну, то есть там все на первом-втором канале, все это практически не пробьешься. Mm. А здесь счастливая возможность выступить с хорошими людьми, пообщаться, тем более в Александро-Невской лавре. Да, ну и на какой-то выйти пласт, на каких-то слушателей, которые понимают, о чем и, это. Конечно, и много людей, которые смотрят этот канал, mm. и, конечно, такая вообще возможность настолько на многомиллионную аудиторию выступить, это, конечно, здорово. Ну, вот первая часть у нас заканчивается, передача спойщи. Вот, в завершении передачи что-то? Да, в завершении передачи я бы хотел вот исполнить песню, которая называется «Наш княже Александре». Я ее как раз написал вот к фестивалю, mm-hmm. который здесь происходил. Можно сказать, что отец Сергей Ученишвили, который был директором mm-hmm. фестиваля, говорит: «Дмитрий, а вы бы вот выступили у нас на фестивале». Mm-hmm. Я говорю: «Да у меня вот даже нету песни об Александре Невском. А вы подумайте, может, что-то там придумается, что-то как-то появится». Я вот почитал «Житие». Mm-hmm. Правда, ходил несколько месяцев, как бы думал, ничего не придумалось. Осталось 2 недели до фестиваля. Вот я сел, и как-то вот быстро песня так получилась. Mm-hmm. И в джазовом стиле. Она необычная получилась песня. Mm-hmm. Там вот... Mm-hmm. Пожалуйста. Признавала Русь язык меча, но дать отпор врагу она всегда была готова. Вершила судьбы, но не сгоряча, ценила вышесказанное слово. И вот, когда тревожный час настал, приплыли из-за моря к нам озлобленные шведы, с дружиною своею княже встал, открывший путь прославленной победы. Из рук чужих не брала Русь еду, но хлебушком всегда была готова поделиться, пускала в дом и радость, и беду. Любила жизнь, как небо любит птица, крестом прикрывшись рыцари пришли. Великий княже к Богу обратил свои молитвы, прогнал злодеев с матушки земли. Героем ставши той ледовой битвы, святой и благоверный наш княже Александре, заступниче пред Богом, молитвенный компас, твой мужественный образ 3 века служит лавре, спасаешь и Россию, а вместе с нею нас. Русь не просила лишнего добра, но нищему могла дать последнюю рубашку, без золота жила и серебра. С открытою душою нараспашку, стерпевши унижение от Орды, наш княже защитил от злобных недругов Россию, пред смертью испив живой воды. От Бога принял схиму Алексия, святой и благоверный наш княже Александре, заступниче пред Богом, молитвенный компас, твой мужественный образ 3 века служит лавре, спасаешь и Россию, а вместе с нею нас. Наш княже Александре, молишь и Бога у нас, твой образ спас лавру, нашу верою.
надеждою, любовью спас. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи, большое. Дорогие мои, на этом наша передача «Лаврские встречи» подошла к концу. С нами был Дмитрий Шевченко, Белгородская область. Автор-исполнитель. Автор-исполнитель. Поселок Уразово. Поселок Уразово. И я, священник Анатолий Першин. Божья всем помощи. Божье благословение. Спасибо, Господи, батюшка.